Полевая почта. Письмо от 16 ноября 1942 года. Мамусик, мой дорогой и милые дети, Витик и Инночка. Добрый день, милая, дорогая моя семья. Я сегодня жив и здоров, о чем спешу сообщить вам. Фронт, окопы, трудности, ежеминутная опасность, но все же я еще жив. Наш фронт, где я нахожусь, это решающий фронт. День прошел в суматохе, ночью ожесточенные бои. А вечером привезли мне 3 письма, все от вас. Темно, в окопе приспособился с лучиной прочесть, но ничего не вышло. Земля дрыгает и вертится подо мной, нет покоя. Инночка, доченька, ты пишешь в своем письме, просишь фото. Милая дочка, я живу в поле, в окопе. Кроме взрывов, выстрелов, бомб и грома, ничего здесь нет. Идут беспрерывные бои, так что фото пока не будет. А насчет здоровья вопрос такой. Здесь вообще не болеют и некогда болеть. Об остальном смотрите на почерк и заключайте. Жизнь моя определяется секундами. Пишу, а снаряды рвутся, самолеты гудят, а насчет мин, пуль – это как дождик сыплет. Спасибо за письма и ваше внимание. Спасибо, что вы все еще меня не забыли. А мне вас, конечно, не забыть до тех пор, пока не прилетит смертельная пуля или мина. Уж тогда лишь я вас забуду навсегда. Но это может и не случиться. Покончим войну и снова увидимся. Будем счастливо-счастливо жить опять все вместе. Сегодня я снова видел мамочку во сне. Всем мой фронтовой привет. До свидания, мои милые дорогие дети. Буду жив, увидимся. Много расскажу. Ваш папа. Расчектаев Василий Алексеевич погиб в бою 23 января 1943 года на хуторе Новая Надежда. Перезахоронен в братскую могилу в поселке Степной, недалеко от Сталинграда.